заводить пленку настолько сантиметров от поверхности, чтобы над контуром решетки, если контур решетка, есть обрешетка, они будут разной толщины. Мы же не знаем, какая это толщина. Кроме того, в этом свечении она постоянная, а когда под наклоном, чем больше угол наклона, тем свечение возрастает. Поэтому нужно сделать так, чтобы у вас над обрешеткой, не контур обрешетка, а над обрешеткой, возвысилось, ну, хотя бы на 10 сантиметров. Тогда это считается нормальным. То есть должна быть выше обрешетки на 10 сантиметров. То же самое давайте делать здесь. Кусочки не сюда, а сюда. Одну секунду сейчас.